прошли, потом вот так вот растянули, терпимо? Угу. Раскачиваем его, теперь локти ближе ставим, вот, и конкретно декомпрессия пошла на выдохе. Первый выдох. Все, вытерпел, да? Дима утром аж закашлялся. Все, дыши, дыши. Да, закашлял. Вот. Начинаем трапецию разминать и потихонечку подбираемся к плечу. Взяли плечо, приподняли его. Вот так вот все эти мышцы, которые сюда подходят. Акромиальный отросток, вот он чувствуется, косточка, да? Угу. Это вот от лопатки он идет. Спереди к нему ключица крепится. Вот он, видите? Угу. Вот он почти квадратный такой, да? А все мышцы вот отсюда вот так вот к нему крепятся. Вот мы их пытаемся проработать, все вот эти вот волокна. Угу. Вот так вот туда забегаем. Размассировали мягко. И малую грудную мышцу. Она идет вот отсюда и крепится тоже вот туда к, к руке. Там, где я прожимала. К руке, да. Да, вот эта вот она идет. Вот ее тоже спереди. Подходимся. Промассировали. Если у вас на столе девушка красивая, можно еще сиську там промассировать. Вот. А эта рука у нас лежит также по диагонали. Вот за это. За самую верхнюю часть крестца и верхний бугорок воздушной кости. Вот она как бы держится здесь, да? И сама она в данный момент отдыхает. То есть у нас пол корпуса по диагонали. Вот эта часть, вот эта нога, ну любая, либо эта нога. Нет, это вся расслабленная. Ну, вы можете так упереться. То есть пол корпуса в этот момент у вас отдыхает, расслабляется. Работает только одна рука практически. Вот, она, соответственно, поднимает плечо, если вам надо, да? Опускает это, если вам надо раскрыть лопатку. То есть, чем ближе мы подведем локоть к телу, да, и ниже опустим, то тем больше открывается лопатка, да. Угу. Если трапецию надо растянуть, подвигаем ее вот сюда, растягиваем, не напрягайся, расслабься, сам ничего не делаешь, вот, да. Надо туда, тут открыть, вот так подвигаем туда, то есть она управляет. Вот эта рука, да, за локоть. Вот теперь берем под акромиальный отросток, да, тянем лопатку сюда, а здесь в уголок, в противоположную сторону, расслабься и уже ничего не делай. Вот. Лопаточку в эту сторону, потом в другую сторону. Мягко ее растягиваем. Практически не массажное движение, а вот такие вот на растяжение, видите? Растянули. Она плавает, да? Расслабили, да, вот она плавает, вот видите, она движется туда-сюда. Ты напрягаешься, еще расслабься. Больно, что ли? Mm. Она уже не больно. Вот, просто туда-сюда вот ее. Опустили. И теперь локально мы начинаем то же самое. Что по нашей технике, да? Сначала растерли, согрели достаточно быстро. Перешли к лапе леопарда, да. Вот тоже все эти мышцы быстро растерли, размяли. Ну, тут много времени тратить не надо, потому что уже это все было. И мягко на локоток опускаемся. И теперь то же самое. Вот так вот подбитие отростков боковых, соединяющихся с ребрами. Вот трапецию, да, проминаем локтем, а этой рукой пододвигаем, растягиваем ее. Вот мы дополнительно растянули, сжали ее, растянули, размяли, сжали. И проход теперь под лопатку. Вот туда вот мы как бы отодвигаем лопатку подальше. И мягко поднимаем трапецию на себя. Если до этого мы делали вот так, помните, роллинг такой был, то теперь обратная сторона руки. Вот как бы зацепляем трапецию за вот эту косточку. За палец большой. Вот, поднимаю ее вверх. Ну, ничего, никто не говорит, что вот так вот нельзя. Можно и так, в принципе, да. Ну, для разнообразия удобнее вот так, с этой стороны. Чуть пожестче. А по ребрам мы не опускаемся? Нет, по ребрам не опускаемся. Ребра в конце будем делать. И теперь точки. Соответственно, где акромиальный отросток крепится к ключице, там ямочка такая есть, да?
Это вот куда крепятся мышцы трапеции. Вот раз точка. Посередине вот этого отростка вот два точка. Уголок лопатки. Тут такой хрящик небольшой есть. Прямо в него точка. Точки прожимаем перпендикулярно их проекции. И техники шиатсу. Либо ввинчиваемся, либо вибрация. То есть вот, ну, самый крепкий палец большой, значит лучше большим. Вот в тело. Уголок лопатки. Теперь вот так вот, под таким углом. Вот все вот эти вот точки акупунктурные. Доходим вот до середины примерно лопатки, да. Дальше мышц практически нет. Это даже видно, вот они мышцы. Вот крепятся, видите? В китайской акупунктуре там точек в несколько слоев идет, там 4 ряда, по-моему, что ли. Ну, нам все они не нужны, мы так условно, просто условно их, да, проработали. И дальше об свой палец, палец предложили под лопатку, вот ее дополнительно открыли. Таким образом. И лопатку накатываем на свой палец. Напрягаемся, еще, расслабься, расслабься. Больно, что ли? Больно. Ты напрягаешь. Вот можно на запястье так вот накатывать лопатку. Можно вот так вот взять и вот дополнительно лопатку поднимаем, да? А рукой в противоположную сторону разминаем. Ты вот напрягаешь тоже все лопатки вперед. Она должна вот так вот ходить. Свободно. И далее. Трапеция у нас растет отсюда. Вверх они идут, да, крепятся к лопатке. Здесь вот под таким углом. Здесь сверху она идет вот так растет, да. Теперь по ходу роста мышц по длине, да, мы делаем вибрацию. И, соответственно, сверху до лопатки. По лопатке просто по косточке больно, костяшками будет, поэтому туда не идем. Здесь меняем угол, меняем угол. Меняем угол снизу вверх. И тут меняем угол снизу вверх под углом. И прямо проходим. Вот практически сделали. И теперь мануальная техника непосредственно сразу. Берем под локоток, рука висит, вот он висит, болтается. Если он не расслабляет ее, да, то подскажите ему, там похлопайте, там покрутите, так, чтобы он расслабился. Да? Но здесь важно, чтобы локоть был выше, а плечо не поднимал. Иначе, ну, некоторые так поднимают плечо, плечо внизу. А наша цель — это именно вот эти вот подреберные сочленения, да. Вот мы лопатку отодвинули, она там. Вот они здесь. Вот в них мы будем давить. Первое мы давим вот отсюда, по уровню нижней части лопатки, да. А рука как рычаг на нас. Раз, два. Тихо, тихо, тихо. Хрустло немножко. Все. Отпусти, отдыхай. Фу, все, выдохнули. Ну, с непривычки, я понимаю, человек напрягается. Вот, прохрустели здесь. Сюда подходим, да. Сюда уже рычаг слабоват, да, поэтому мы ныряем поглубже и само плечо держим. Вот плечо удобно лежит, видите? Вот мы его раздвигаем. Рычаг плечо у нас получается. Мы в плечо теперь. Фу, расслабились, еще. Выдохни. Фу, молодец. А если у нас позвонки повернуты, например, первые грудные, там первый, второй, да, вот в ту сторону. Ой, в эту сторону, в нашу, да, то можно отсюда же их повернуть в обратную сторону. Теперь упираемся в них прям, в остистые отростки локтем. Вот, и лопатку на себя. Прямо в остистые отростки. Все, расслабляйся, падай на стол, лежи. Все.